Кувыкина 3. Двор. Volkswagen горит. Пожар произошел во дворе дома номер 3 переулке Кувыкина. Очевидцы вызвали спасатели без 5 минут 2. Когда они прибыли на место, иномарка уже была полностью охвачена огнем. Под угрозой оказались автомобили, припаркованные рядом. В итоге пострадал ВАЗ-2107. Пламя повредило дверную ручку и обтекатель боковых стекол. А в «Фольксвагене» полностью выгорели моторный отсек и салон автомобиля. Очевидцы утверждают, что причиной пожара стал поджог, но официально эта информация не подтверждается. Погибших и пострадавших нет.